Привет всем, друзья! Если где-то у кого-то завалялась такая старая дверная петля, ни в коем случае ее не выбрасывайте. В этом видео вы узнаете, как из нее сделать своими руками очень простую и нужную самоделку. Ржавые болты я с нее спилю. Чтобы вас не томить, что это такое, я подскажу, это будет станок. Закисшие ржавые болты я выбью. Теперь петлю нужно выровнять, она вся кривая. Более-менее ровно выровнял. Перед установкой петли нужно ее примерить. На саморезы к стенке прикручу. С болгарки ручку откручу. К петле болгарку ручкой прикручу. Проверю, как все работает. Станок готов, пора что-нибудь отпилить. Возьму большую трубу. Ровно и с легкостью отпилил трубу. Отпилю еще один кусок. Вот таким нехитрым образом я сделал отрезной станок для болгарки. Кому такая идея для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться.